В области продолжают оснащать медицинские учреждения современным оборудованием по национальному проекту здравоохранения. Так, в Большетроицкой районной больнице появился новый аппарат для флюорографии. Теперь местные жители могут быстро и комфортно пройти обследование. А цифровой снимок с высоким качеством изображения поможет врачам выявить патологии на ранних стадиях. С цифровым изображением проще работать как на месте, выводя его на экран компьютера, так и на дистанции. Мы можем отправлять эти снимки по сети для проведения дополнительных консультаций или повторного чтения. Также всю картотеку снимков нам удобно хранить в базе данных. Это экономит и пространство, и это удобно сотрудникам, которые работают в этой рентгенологической службе. Добавим, все сотрудники прошли обучение по работе с новым оборудованием. В скором времени в больнице появится еще и рентгенаппарат.